Всем привет. Еще раз, с кем я вас приглашаю, потому что в игру у меня зашло, а приглашение не пригласилось. А, так, сейчас. Он зато день. Ну ёб, да блядь, ну... Чего он орёт? Чего он орёт? Не знаю, я только сейчас пришла, а мне пишет, что у тебя... Опять перевернулся, ну пиздец. Что я... Слушай, а ты чё, меня не слышишь? Женя. Всё, я пригласился, чё? А, всё, отлично. Ты чё, меня не слышишь? Как не слышу? Ты говоришь, а чё он орёт, а я чё, не тут, что ли, блядь? Я, блядь, как бы тебя тоже слышал. Хули вы ржёте, я вообще ничего не понял, блядь. Чё он предъявил, блядь? О, день. Ну, опять! Так, подождите. А ты у меня можешь спросить, а не у кого-то? Ты все обиделся на меня, что ли? Давай, выскажи ему, Женёк, выскажи. Все, что наболело. Раунд. Я не понял, что он орёт. Надо что-то рассказать слово на букву П. Прям так? Пенсионер. Понятно, ладно. Параноик. Хорошо, хорошо. Ой. Говно. Паровоз. Вот это был ультразвук сейчас. Тидор. Простите. Кто? Кто чеддер? Кто титры? Титры? Титр. Тигр? Лев тигр. 24/7. Тигр. Так, кто куда уже уехал? Я еду обратно в этот. Подожди! Карьер. Я еду ремонтировать всю хуйню! Ну там же просто поворачиваешь направо, ой, и дальше едешь потом налево. Кто во мне появился? Прямо хуяришь. Здрасте. Уже не убедил. Слава мой подмат. Дела. Залетевший. С прицепом? Не такое было. Дела. Хуёво ей чё. Да, а у меня теперь грузовик. Мёртвым уже похуй. Хуя себе. Вот это папа поворот. Вот это папочка. Шугар Дэдди. Видели, да, блядь, у меня теперь грузовик не черный, а красный. Ух ты. Как неожиданный привет. Или ух ты, как похуй. Че? Да ну нет, пожалуйста, я ебал. О, Федор, смотри, бам. Нет, смотри, живой. Ну ты че думал, ага. А че ты стоишь? Ну как, вот это, вот это, да, самое опасное место. Федор, бля, пиздец, осторожно. Че у тебя за будка стримера? Че, где? Да у него там будка смешная. А кого-то школьный автобус. Ну это же этот. А где? Ремонтировочный кунг. Ой-ой-ой, Федор, ой-ой-ой! Нормально. Бля, вообще, видишь как? Сейчас едет. Что у вас там происходит? Вот здесь опасно, вот здесь опасно. Да нет, тут проще. Там самое опасное место. Нет, я же сказал. О, это Женьковские прицепы тут стоят, кстати. Ага. Опа. Мы что-то не знаем. Он падает. А, ну типа, ну а он типа как будто в текстурах был сверху, но так как это... Что там за Женьковские прицепы такие? В кузове грузовика лежали цементы, они типа упали на землю. Поэтому у тебя два в прицепе, а два рядом. Женек, ты наставлял прицепов. Ну и все, ладно. Куда не повернешь, везде Женьковские прицепы лежат. Вы посмотрите на стрим. А что я ударилась? Это нихуя себе, просто ехала по дороге. Серьезно? Ну чё? Я пытаюсь, но что-то не получается. А я так тоже валялся. Цепляйся, цепляйся. Да-да-да, это место, я тоже тут лежал. Ищи место, где можно зацепиться. Ищи. Пробуй, пробуй. Тихо-тихо. Пробуй задом, да. Да-да-да, я так делаю. Пробуй задом. Я чё не еду? Пробуй задом. Пробую. Надо боком. Да-да-да, и бочком пробую, и задом, все нормально. И все получится. Главное верить. Ну что-то нихуя. Ну, я прям в этом же месте вот так же вот валялся.
Ну тут да, но такое ебаненькое. А тут типа, не так типа брелёк. Там пробуй нахуй, какие-нибудь кусты там. Нихуя, смотри на это. Во-в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 о, давай-давай-давай. Только не перевер. Давай. Не знаю, что там происходит. По скорости, блядь, проехал. Вова, нихуя. Ты видел? Ну, всё, молодец. О, вообще. По кайфу. Ай, блядь, нихуя себе, что за попрыгушки. А чё, у меня тут заднего этого в зеркало нету, чтобы жопу сзади смотреть? Так, ну самый тяжелый вроде прошел. Да, там дальше проще. А дальше болото всякие будут. Да, я эту машину тоже вроде не ходил. Только надо отремонтировать, нет, не эту машину. Я знаю, но я просто отремонтировал, чтобы Влада смогла ее забрать и продать. А, нихуя, у тебя там, бля, прицепище мощный. Я не такой был. Ладно, забери тачку, продай. Так я сейчас еду куда-то, подожди. Ну ты можешь остановиться, это быстро. Остановитесь. Хорошо. Заглуши мотор только. Остановилась, так. Нет, сука! Сука, нет! И чё? Нет. Блин. Ебать, человек! Нет? Или да? Да. Да, кайф. Жесть. Какая машина? Шевроле? На карте возле меня, которая, да, да, да. Ой, какая! А я хочу себе забрать, можно? А нахуй. Ну продай, потом купишь. Это первая машина самая. Да, у тебя такая есть, или а, да, у меня есть такая. Ты продай ее, она таких же денег. Потом, если тебе надо будет, купишь. Она таких же денег стоит. Такая милая. Я ну, куда-то потом еду. Купишь, если тебе пригодится. Да я чё знаешь. Мы недавно в Жигулевске такую милую машину видели, а теперь хочу себе эту машину. Как я правда забыл. Сузуки, что-то Альтус или что-то такое. Сейчас. Маленькая? Маленькая, такая маленькая. Эмиль, здравствуй, дорогой мой. Ты-то этот, зарегистрируешься на Твиче, можешь писать здесь, в чате. Или всем лень, блядь, регистрироваться на Твиче. Ну, в натуре. Зачем? Ну, в смысле зачем? Подписаться Сузуки, на меня. Сузуки, Альто, Лапин, Шоколад. Да-да-да, Лапин. Точно, Лапин. Лапин, Шоколапин. Женек, я не понимаю, ты на меня что, зуб точишь? Ты что, обиделся на меня? Почему? Что? Почему? Я не знаю, ты какой-то пассивно-агрессивный. Я по жизни, блядь, такой. Да? Ну, да. Хотя, наверное, знаю причину, ну ладно. Ну, жги, давай. Ну-ка. Не, потом. Когда ну, я давай злой сейчас. Буду. Ну, мне интересно. Нет. Когда ты злой будешь? Ну, еще когда ты злой будешь, что ты мне будешь рассказывать, блядь. Какие-то страшные вещи, да? Федор, рассказывай теперь всему классу. Да, давай. Че вы тут это самое? Не, я ничего не знаю, это была провокация, все. Бля, Федор, так нечестно. Давай, всему классу расскажи, что за это самое. Я не могу так поступить. Да ладно, жги, я разрешаю, так скажи. Нет. Не с тобой! Так, мне надо эвакуация, короче. Ладно, вы все равно не понимаете, но мне смешно. Все, ладно, конечно. Расскажи всему классу. Я еще поручение нашел. Так, я ехала машина. Я нашел поручение, которое до этого никто не принял почему-то. Почему-то не принял. Что, здесь никто не ездил? Это было поручение для тебя. Хм. А у вас там есть еще что нужно поделать? Еще грузовик. Ну ты можешь тут вообще 14 доехать, поэтому ты можешь типа взять, чтобы Женьку не ебаться с прицепом. Я уже ебусь с прицепом. Опа. Дела. Хоть с кем-то. По и развлечению всех, я согласен. Но тем не менее, вдруг ты не хочешь ебаться с прицепом. Тогда Федор может поебаться за тебя. Не с прицепами. Без прицепа. С чем? С грузом, с грузом. Это так двусмысленно звучит, чтобы ебаться с прицепом.
Сказка. Надо ебаться с самим собой. Логично, чтобы логично. Опа, здрасте, нихуя себе. Извините. Сейчас. Уезжаю. Вот это внезапно. Или тебе туда надо? Мне наверх. Ну, в смысле, наверх направо или налево? Ебать, речушка красивая. О, сейчас будет мясо. А у тебя что там выпало? У тебя груз повыпадал. Все под контролем. Точно. Там он один лежит на полу что-то. Ну ты прицеп-то видишь какой? Я его просто не забрал. Ну ладно. А вот с этим что делать? А, вот вы здесь прикалываетесь, прикольно. Что-то валяется. А, все! Кто прикалывается? Давайте, кому там, кого? Что тащить? Какое задание выполнить? Или вы сами уже его выполните? Женек. А. Цемент вы сами уже выполните или мне? А тут два лежит, И че? Да ехай, блядь, что ты встал там? Сейчас я заберу все. Хорошо, я ничего не видела. Не толкай. Женёк. Чё, мне взять два этих цемента? Ой-ой-ой. Я сейчас на прицеп погрузил две штуки, выкатил его. Можешь этот прицеп взять. Я их чуть-чуть по... Я в свой кузов хочу взять. Вот так. Давайте придётся в карьер спускаться. Мне вниз, да, ехать? Ну давай так. Да лучше в карьер бы спустился, блядь, чем с прицепом ебаться. Можно ебаться. Дела. Сейчас приеду к вам. Ой. Влад, ты помнишь, что едешь в комплекте? Подожди, где бы сначала в карьер доехать наконец. Ой. Там очень аккуратно, я помню, что как раз перевернулся. А я что-то застряла. Но вот сейчас я не перевернулся ни разу. А я что-то застряла. А, нет, все нормально. Коляна, ты слип слушал? It's a prank. Да, там песня еще такая у них есть. Блять, забыл, как называется. Я застряла. Не Драгонат? Не-не-не-не. Сука. Блять, пиздец. Ну я только одну песню не слушал. Может, две. Ой! Электризер. Ну это, блять. Че, вот такое такое любишь? Электризер, Кайс. А где. Не очень. Это такой классический сладж. Все на него дрочат, а я не очень дрочу на такие. Но они больно, знаешь, типа, очень долгие, очень однообразные, очень... Я лучше какой-нибудь реально Demonic Dev Judge послушаю, хотя бы, блядь, разнообразно. Ой, я ж тут могу кого, слушать. Кого послушать? Demonic Dev Judge. Это что такое вообще? Опа. Это финский слаж. Нифига себе. А скинь мне. Интересно. Я просто сейчас слушаю, как раз, потому что это однообразное, но мне вот заходит... Послушай песни. Песни Книл и Фист. Ну ты скинь. В смысле Нил, а не Книл. Ну, Книл. Книл. Я понял, Нил. Да, ну читается Нил, пишется Книл. Да, нахуя там буквы Ф писать? Фиаст. Прям две мои любимые песни. Со второго альбома. Надо группу только найти. Пишки, точнее. Так, я приехала, мне тут... Бля, вспомнить, как называлась та песня, у меня теперь типа, заедет. Там еще, знаешь, сначала такое... А что мне тут брать? У меня тут нет ничего, я не могу ничего брать. Может, что-то есть. А тут нет буквы С, чтобы типа что-то брать. А, бля, есть. Бля, какие пиздатые колеса, я в ахуе. Просто гребут. Так. Это таблетки, которые ты с утра принял? Ну. А что за прицеп? Вот этот прицеп? А. Куда его везти? На склад. Своей бывшей. Любой? На склад своей бывшей. Любой своей бывшей. Блять, а я не смогу его прицепить. Хуяли. Это не мой прицеп. Это не моё. Не могу. Погрузочный экран мешает, сука. Пусть этот крас. Я спущу тогда. Это потом.
Так, ты говоришь, мне на Black River, да, ехать? А если у тебя кран, ты ж можешь себе просто с прицепа перехватить все. О! Точно! А, это вот сюда. Ну ты лучше переверни, чтобы он открепилось там все. А что, так не открепится? Ну, чтобы открепить, надо. Я вспомнил, как называется песня. Песня называется Clarity. Так ты лучше скинь и это самое. Потом. Я не тороплю с этим. Не сейчас. Это услип, имеется в виду. Да. То я недавно вспомнил, как она называется, но не вспомнил, что за группа. И думаю, блять, что же за группа-то нахуй. Она была... Она... Гоблин любишь? Она... А? Оранж Гоблин. О, ну я слышал только кавера Фред Машин. А, окей. Но они вроде пободрее. Если судить, не знаю, не помню, блин! Ой, что за... Перевернулась? Да. Ну кто там на карьере под... Да, я не на карьере. Да, блядь, да как нахуй? Я что-то дохуя в себя поверила и... Бля, вот это, я тебе говорю, аккуратно. Там нельзя в себя верить вообще ни на один. Ну, у меня один раз получилось, а второй раз что-то не очень. Почему не могу цеплять? Того. Ага, все, зацепил. Тёлок. И перевернул. Заебись. Двигатель заглох. А, ну ладно, я тогда эвакуируюсь, что ли, или что? Вы далеко все? Ну, если кто-то может, вот Федор там ебется с прицепом, я вижу на стриме. Он может, в принципе, перестать ебаться с прицепом и помочь. Да Владе. Ладно, нет, тогда что, ему там еще по карьеру просто ехать? Я... Рядышком. Да не-не-не, я эвакуируюсь. Из-за... Вы далеко? Из-за... Да я эвакуируюсь. Так я эвакуируюсь и быстрее доеду. Что ему там? Или тебе надо в карьеру? А тебе все равно цемент брать. Даже видно, где ты валяешься. Мне все равно тоже за цементом, давай. Сейчас да. Так, ты возьмешь типа... спокойно прицеп. Я починюсь цемент. И это со мной. Ну ладно. А что, сильно полчаса? А что тебе чинилка не сильно на ну есть, но чтобы ее не тратить. Я же могу тратить, да, могу ладно. Не тратить. Ты в жизни ее тратила? А? Вот трать хотя бы сейчас. Ты просто... Я тратила, да. О, здорово. Ну не часто же, здорово. Что? Да там волчара стоит у него. А, я думал, ты с Федором поздоровался. Гав-гав нахуй. Я такой не поняла. Ща буду, Влада. Теперь мне надо найти, где заправиться, потому что у меня, блядь, бензин мало. Ну, я вроде помню. Это островное говноозеро. Нихуй себе! Ты видела меня, Влад? Смотри, я над тобой. Сейчас. Так, а куда мы? О, надо? Здорово. А это здорово. Ой, лежу. Я лежу, блядь, пержу. Тяжелая. Ну и я что, меня теперь осуждать дальше. За это? А. На мясопилку. Вот здесь. А, вот мясопилка. Давай попробуем. Ну-ка давай. Нихуя себе ты мощная! Федор рядом лежит. Помог! Кринж! Понятно. Лежат. Молодцы. О, ты что, жрёшь, что ли? Приятного. О, приятного аппетита. Я тогда тоже эвакуируюсь. Я же говорю, надо было сразу эвакуироваться. Да. Да. Вот это вы да. Не, ну как Влада на Татре перевернулась, потому что вопрос. Так я говорю, слишком в себя поверила. Поехали, хули. Русская машина. Слишком в себя поверила, поэтому перевернулась. Я-то думала, что там не упаду, а она как взяла и упала. А ну слушай, да всегда так. А-а-а. Интересно, а когда мы не играем, бензин постоянно обновляется? Нет, по-моему.
приезжают разработчики, обновляют бензин. Переливают. Ну, сейчас проверим. Братаны, спасибо. От души душевно в душу. Бля, тут такая осень, у нас уже даже не такая осень. Тут уже все облезло стало. Да, уже не полная. Уже да. Ну все, что уже? Уже поосенились, пора и приземлиться. Чё? Посинелись? Кто посинел? Посинела это я в пятницу. Ты там со мной, Влада? Да. Знаете, сколько я рыбу поймал? Это вообще охуенно. Ты что там скидывал, что что-то даже не вмещается в этот самый? Я видел, ты какую-то маленькую поймал. Я поймал, да, на видео только маленькую. Единственное, когда ты что-то поймал, блядь. А я не видела видео, я просто видела пост, что типа ты написал, что вот поймали дохуя, не вмещается. Вот так вот, не все видео, не все, значит, смотрела, понятно. Да ну, а чё я, блядь, тут спотыкаюсь и ломаю? Тут там нихуя ничего нету. Там мишек лежит, видишь? Хуя мишек, блядь, пиздец. Это что такое? Я просто проезжаю мимо, мне хуяк минус подвеска или что там. Камиши лежат, блин. Камишек. И такой, тыки здравствуйте. Чего вы по мне проезжаетесь? Таки какого хуя? Мы прям вчера Бората смотрели, очень смешно. Капец, этому фильму больше... Ой, точнее, скоро 10 лет будет, охуеть. 20, случайно. 10. Я 20. 10, ты чё? 20, да, да, да. А, бля, точно. Я считать не умею. Бля, главное... Сейчас 2010, если что, ребят. А, ну точно. Бля, 2006 или 2008, я не помню. Звонит. А виды красивые с моста. Блять. Что ты на мосту перевернулась? Нет, я чуть-чуть врезалась. Угу. Чуть-чуть? Минус 50% подвески и 70% двигателя? Ну не 50%. Будешь смотреть видосы, это самое. 45. Не ругайся. А тебе привет в будущее. Бля. Закат солнца и все красное. И у меня машина тоже красная. Очень слава богу. Че? Да, блядь, опасная ситуация была, но я, благо, в себя не поверил, поэтому я все очень аккуратно. В этой игре самое главное в себя не верить, да, получается? Да. В ответственные моменты лучше, да. Как и в доте прям. Так, и че, я приехал в данный момент. А это чей прицеп перевернутый тут лежит? Так Женька, наверное. А чё он перевернутый? Ой, да. Здрасте, а кто стоит? Иня. А чё стоит? Я привез своё. Чё стоишь? Фёдор, ты с нами? Не ему звонит, кто-то уже сказал. Мне же позвонили, да. А, точно. Мне предлагали этот, мою семерку купить. В натуре? Да. Почем? Ну, да, этот. Я не спрашивал цену. Семерку? Это Жига, которая твоя? Я бы сказал, что этот, меньше сотки не отдам. Он говорит, ну давай этот. Там как надумаешь, пиши. Семерка, это которая типа, Жига твоя? Или что? Да, 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 да. Не BMW семерка. Да я не шарю просто, в принципе. Ну, это мятная, которая твоя, ёпта. Ну да, да, да. Мятная, которая, да. Или у тебя еще какая-то есть? Да я что знаю, что ли. Видала я. Кто звонил-то? Ильгиз. А. Там мотор в первую очередь хотят купить. Ну мотор только 50 минимум.
А что там за мотор? Нивовский. А что, они такие ценные? Да, все такие дорогие. А он типа живой мотор? Какой пробег? Мотор вообще нормальный. Мотору 5 лет, из которых, наверное, год он стоял. Мотор почти новый. Ну, сальники поменяли, даже масло не жрет. А что там у тебя поломалось? Ой, да там много всего. Все остальное, да? Просто, грубо говоря, там свечку поменять. Ой. Что, поехал, надо свечку поменять? Да, просто свечку, скорее всего, или модуль. Что такое свечка на панель? Чего? Какую панель? Там, чтобы она поехала, реально хуйня. Там особо делов нет. А, ну тебе надо кузов поменять, скорее всего. Толкнул просто. Да нет. Ну у тебя же дырявый кузов, мятый. Да, кузов-то похуй, чё, пускай дальше дырявится. Да, бля, я помню, как мы тогда с Денисом проехали. Да-да-да. Денис приехал мокрый. Да, такая тачка крутая, бля, не могу. Потом, а там, да, потом ходил в трусах. Замену не закрываются, надо редуктор менять задний. Да камешек. Не обязательно. Уйди. Самое важное это двери. Самое важное это двери, вот зажигание починить. И, наверное, ну, сцепление тоже очень важно починить. И... А еще черную жизнь важно. Че? Двери поменять, сцепление поменять. Двери все поменять, сцепление и это, блядь. Как его нахуй? И машину. Ну, машину, да, в идеале. Так, слушай, ну это же вроде не очень дорого стоит. Блядь. Чё, всё, пизда? Полно. Чё такое? Хуёво. Я тут. Очень. Так, всё. Ты перевернулся? Да. А, я хотела... Блядь. Так, на склад ты говоришь ехать, да? Это какой? Это на остров Драмонт? А, нет, это здесь, нихуя. Здесь. Понял. Так, а как вы... А у тебя вывалился груз? Да. А у тебя кран есть? У меня кран есть, но меня ж надо перевернуть. Ну, а что, тебя там не перевернуть никак? А кто меня тут перевернет? Ну, я, например. А ты где? Я сейчас тут еду за улучшением на островном озере, сейчас я его, блядь... Доеду, заберу. Ну просто я уже приехал почти к нему. А, ну, так, как-то если ты с островного озера на Драмонт переходишь, ты прям рядом со мной очутишься. А на Драмонте нет гаража разве? Нет. А я могу, кстати, на Драмонт к тебе приехать. Я уже там по пути. Я уже почти там, считай. Ой, ой, ой. Ну ты лучше лежи тогда, сейчас подними. Ну. Коля быстрее приедет, чем ты. Ну да. Так, подожди-ка, а где там... Драмонт? А, так ебать, я тогда лучше тебя пойду подниму. Угу. Я уже, блядь, рядом с Драмонтом. Да так, улучшение так, потом возьму. Ёбаный в рот, да в смысле? Кстати, Женёх, что там с правами-то, кстати? Чё, не сдал. Не сдал? Я упала, да. Опять. Ой, ёп. А как, в смысле? Когда в следующий раз? Не договорился еще. А чё? Ты не сдал теорию или практику? Да говори сразу. Да хули сразу, им надо звонить только в среду. Ой, и в пятницу. Из 10 до 12, блядь. Это еще дозвонись, блядь, попробуй. Странно, я дозванивалась. А зачем звонить, типа на госуслугах регистрируешься или нет? Не-не-не, там... Я через автошколу это сейчас делать надо. Ебаный в рот. Всем пока.